Вот такой у нас январь месяц. Ребята стоят все в ожидании. Всегда у них находится каменная соль. Они ее уважают. Вода у нас тепленькая. Вон водогрейка греется. Барашки козятся в тепляке. Чуть погодя, выпускаем их на улицу. На ночь под навесы раскатываем рулоны. Пусть лопают, чтобы не замерзли. Лошадок мы также подкармливаем фуражом. Вон вся мордочка белая от фуража. Они это дело любят. Ты что плюешься? Вот так вот и корми. Делай добрые дела. Один Васек только нормальный пацан. А Василиса? Да. Василиса? Давай плеваться, давай плеваться. Ой-ой-ой. Деловая девчонка. Нервная. С наступлением холодов трактор заводим каждый день, чтобы сено развозить буренком. Как раз этим сейчас и займемся. На ночь под навесы раскатываем рулоны. Пусть лопают, чтобы не замерзли. Одним барашком тепло, светло. Снег на голову не падает. Мам молоко даст. Еще и поиграться можно. Увидели меня. Неопознанные объекты. Кудряшки наши. Аврора у нас вообще вечно голодная лошадка. Если б меня так кормили, пожалуй бы я сам занесся. А это наши молодки с утра уже постарались. Начали нестись. Небольшие яйца, но несутся хорошо. Смотрите на него. Жених настоящий. Перед своими невестами распушился. Еще борода, он проклевывается. Буренком сегодня благодать. На улице у нас плюс 6. Снег практически весь стаял. Еще пару дней тепла будет. Гуляют они у нас. На улице все. Сено по кругу. Где в яслях, где так раскатываем. Вон Гаврюш вам стоит, привет передает. А у нас сегодня приплод. Сразу две буренки принесли малышей. Пойдемте смотреть. Это первая беспокойная мамулька. Принесла вон такую малышку. Никто ее не трогает. Стресс после родовой. Бодается. Не бодайся. Вот еще одна мамулька. Только-только по след вышел. Вот такую красотульку принесла она. Давай-давай, вставай. Иди. Мамки, вон какие вымя большие. Здесь малышка чуть постарше уже. Белый лоб. Убычат. Аппетит очень хороший. Первым делом не съедают тыкву. Да? Кудряш. Сразу видно, аппетит у девчонки замечательный. Да, Настя? Кости ест. По сравнению с вареным, конечно, не сравнить.